Все мы студенты Горловского НИАЗа ездили на педагогическую практику в лагерь «Пионер». Вот, мы были первопроходцами. Был небольшой испуг в начале, когда ехали. Вот, не знали, куда едем, но в итоге всем нам все понравилось, было очень интересно. Вот, практику проходили в нормальном обычном режиме. Все отлично, кормили прекрасно. Ну вот, что еще сказать? Коллектив прекрасный, работать можно. Вот ребята поехали на новую смену, так сказать, нас сменили. Думаю, им будет уже немного проще, чем нам, потому что мы уже поделились своими впечатлениями, и им уже немного психологически было легче ехать. Ну а так все прекрасно. Спасибо за все. Какой самый яркий момент запоминающийся? Вожатские концерты. То есть вожатский концерт, который мы вместе готовили, он готовился буквально за полдня. Мы поставили очень много новых номеров, абсолютно новых. Было очень весело и интересно придумывать это, потому что времени не хватало, а хотелось как-то показать себя, показать НИАЗ. Вот. Вышло довольно-таки неплохо, есть записи, ну и нам самим все очень понравилось. Какие возрастные группы детей присутствовали? Буквально от 6 до 16. Было интересно работать, так как все в той или иной мере попробовали разные возраста детей, что является непосредственным нашим заданием при прохождении этой практики, чтобы мы смогли набраться опыта, так как разные возрастные категории для того и предназначены. Самый сложный момент – это организовать их в том плане, чтобы они запомнили, где корпус, где столовая. И, наверное, пусть и простое, но самое сложное – чтобы они привыкли жить по расписанию, потому что каждый из них привык жить дома, по своим правилам просыпаться в то время, когда он хочет просыпаться, а не тогда, когда нужно. А в лагере есть свои устои, свои порядки, свои правила, по которым все абсолютно одинаково живут. То есть подъем 8, 8:15 зарядка и тому подобное. Этому очень тяжело приучить детей, Вот. Но мы совсем успешно справились.